Плодотворный досуг для студенчества. В Министерстве по делам молодежи Карачаево-Черкесии прошел интеллектуальный турнир по игре «Лига эрудитов». В состязании приняли участие 8 команд, представляющие различные вузы республики, а также представители молодежных движений. За ходом интеллектуального состязания наблюдал и Алихан Лепшоков. Развитие студенческой среды, тренда на интеллектуальный досуг – это и есть основная цель проведения интеллектуального турнира игры «Лига эрудитов». Автор и ведущий проекта Миран Зугов задавал разные вопросы, в частности, касаемо истории Карачаева-Черкесии. Председатель жюри замминистра по делам молодежи республики Расул Найманов подчеркнул, что в ходе игры можно заметить уровень эрудиции и знаний у студентов. И мы надеемся, что такие мероприятия станут началом нашего тесного сотрудничества с молодежью. Мы хотим задать такой тон, при котором молодые люди могли бы не только участвовать в этом процессе, но и, приходя сюда, просто приобщаться и понимать, что это место их дом, что это то пространство, которое в каком-то смысле работает для них. И для нас это еще является таким дополнительным поводом, чтобы, может быть, уже сразу задать для себя такую планку, при которой мы бы хотели, чтобы весь год наш прошел с максимальной вовлеченностью для молодежи, с одной стороны, а с другой стороны, с тем, чтобы мы могли вещи, которые мы притворяем в жизнь, сделать максимально комплексными. Та команда, кто быстрее нажмет на сигнальную кнопку и правильно ответит на все вопросы турнира и станет победителем игры «Лига эрудитов». Для нас это возможность с пользой провести наш досуг, узнавая что-то новое для себя и поближе познакомиться с другими участниками, отмечают студенты. Мы готовились к более серьезным вопросам, нежели к кто певец, кто спортсмен. Мы готовились к географии, истории Карачаево-Черкесии. А так, в целом, игра хорошая. Мы учимся соревноваться между собой и придерживаться определенных правил. А веселье всегда весело, познакомиться с новыми студентами, с другими ребятами. Я считаю, в первую очередь, это получение знаний, знания о своей родной республике, о своем отечестве. Я считаю, это основное, что должен знать каждый человек, да, в своем доме, в котором он живет. Ну и во вторую очередь, это уже новый способ общения, коммуникации, знакомства с новыми ребятами. И, само собой, просто приятное времяпрепровождение. В итоге победителями интеллектуального турнира игры «Лига эрудитов» стала команда КЧГУ имени Умара Алиева, а второе и третье место получила команда Северокавказской государственной академии. Отдельным призом от автора проекта Амирана Дзугова досталась команде «Молодая гвардия» молодежного движения партии «Единая Россия». Алихан Лепшоков, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия.